Ну, красавец, честно говоря. Этого российским единоборством, я думаю, не хватало. Оживил болотце как следует Гаджи Автомат. Ну, а теперь переходим, собственно, к бою. Конечно, Гаджи известен как супер-нокаутер. Ой, что такое? Что такое? Ой-ой-ой. А что случилось? Что случилось? Рефери должен считать. Рефери же должен считать. Что случилось? Что такое? Там что-то... Предплечье. Возможно, перелом. Там, по-моему, туда бил лоу-кик как раз Родригес. И посмотрите, как разочарован Гаджи. А что он такое? Просто я недоумевает. Давайте от того, посмотрим что произошло. Повтор, да. Так, завернулась рука. Какой-то судорожный движ. Ой-ой-ой, локоть, посмотрите. Кошмар. Очень тяжелая травма у Гаджи Автомата. А Родригес говорил про первый раунд. Что? Да, там, честно говоря, просто жуткая травма у Гаджи Автомата. Причем так нелепо она была получена. Потерял он равновесие. Пропустил лоу-кик. Родригес большой, он действительно большая проблема. Выбил ногу, Гаджи упал. И упал так, что у него вывернулась рука. Мы это видели на повторе. И, похоже, там серьезная травма. 17 февраля в Минске прошел турнир «Бойцовский клуб РЕН-ТВ», в котором приняли участие Петр Романкевич, Гаджи Автомат Наврузов, Артем Тарасов и другие известные бойцы. Ты можешь выиграть перчатки с их автографами. Для этого нужно зарегистрироваться на Винлайн с промокодом BOX до 28 февраля включительно и сделать хотя бы одну ставку. Победитель будет выбран случайным образом. Наслаждайся игрой на Винлайн. Да, он, конечно, сейчас в шоке находится. Тяжелейшее повреждение. И, конечно, надолго, к сожалению, Гаджи Автомат останется без боев. Да, как-то все неожиданно, странно. Смотрим повтор. Вот он падает, и вот рука за спину. Ну вот, на вы излом. Сами все видите. На вы излом. Сами все видите. Ай-яй-яй, ну посмотрите на локоть. Да, конечно, да, у него вылетел, просто вылетело предплечье. Да. Да, судя по всему, это из сустава вылетело. Перелом обеих костей. Да. Ринга, на нем происходит все. Все происходит на ваших глазах. На 15-й секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержал боец синего угла из Бразилии Фернандо